Всем привет! Сегодня 24 января 2015 года. Суббота. Время 5 часов вечера. Иду на очередное занятие по мастер-классу. Точнее, иду на очередной, как сказать, мастер-класс по актерскому мастерству. И чувствую, снова опаздываю. Начинается он в 6 ровно, а сейчас без 10:05. В прошлый раз я вышел в это же время примерно из дома и опоздал на 10 минут. Сейчас может повториться данная ситуация, чего крайне бы не хотелось, конечно. Фу, пока поднимемся по этой парковке. Она под наклоном постоянно, так что аж прям дыхание, фу, сбивается. В общем, идем на мастер-класс, третий урок. Время 17:50. Вы знаете, мне повезло сегодня, я даже не опаздывал. Буквально через минуты 3 я уже буду на месте, и в запасе еще целых 7 минут. Вот так, пошел снег. Большой ветер присутствует. Ну, а в целом погода хорошая. Так что идем учиться актерскому мастерству. Станция «Чистые пруды». Переход на Сокольническую линию. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция... Стоп! Так, а я не понял, в чем мы все сидим? Что, уже вставать не принято, когда учитель вошел в класс? Садитесь. Так, класс. Who is duty today? Сидоренко, что за ай? Мы сколько уже учимся? 10 А! Не 5 класс, уже не первый год учимся. Что за ай? Давай развернуто, нормально. Садись. Чего самому неудобно?
Где ошибка была? Конкретно прям, где была ошибка? Ты... Тишина. Все, Денис, уважай к окну. Так я не поняла, о чем мы все сидим? Звонок прозвенел, что уже не принято вставать, когда учитель вошел в класс. Нет, ну 10 А, мы совсем уже оборзели, просто. Ну что, я не знаю, первый день, что ли? Чего вы все сидите-то? Я такой наглости вообще не ожидала. Вставайте, 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 урок начинаем. Отнимайте свое и мое время. Почему никто не стоит? Ну, потому что... Так, сели на места. Учитель уже 5 минут после звонка задержался, и что? Что случилось? Что случилось? А я не знаю. Ты придумал там текст, вышел, да, и сказал. Давай, физически не смотри пол никогда. Добрый день, класс. Так, о чем мы тут сидимся? Что, уже не принято вставать, когда учитель вошел в класс? Я просто, я офигеваю, наверное. Еще раз. Сидите, сидите. Какой офигеваю? Так, а чё мы сидим? Чё, так заиграли, что уже вставать не хотите? Уже не заметили, как учитель в класс зашел? Встаем, встаем, я тут для кого тут распинаюсь-то? Уже не принято, что ли, вставать, я не пойму. Нет. Так, а я не понял, а чё это мы тут все сидим? Звонок уже прозвенел. 10 А. Вы что, совсем уже нет? Я понимаю, но этому предела уже нету. Вставайте, вставайте. Нет, вы совсем обнаглели. Вы понимаете, чему вас класс руководитель учит? Я не понимаю. Вы понимаете, вы отбираете время не только у меня, но и у себя. Я не буду продолжать, пока вы не встанете. Я не буду продолжать урок. Я не буду продолжать урок. Все вставайте. Сидорчук, вставай. Андреев, вставай. Саушкин, все вставайте. Я не понял. Вы особенные? Вы особенные какие-то, я не пойму. Я не знаю, я должна родителям вашим обращаться. Как вы себя ведете? Я могу к директору пойти, мне не сложно. Я что сюда прихожу? Вы знаете, какая зарплата у учителя? Вставайте, вставайте. Я не пойму, а вы что? Вы можете уйти, как бы я не буду для вас продолжать, если вы особенные. Если не хотите, выходите, вот вот дверь, не держите. Вот, ну, охрана знаете где, туда вот идете и на выход. Ну, молодец, давай, Соколов. Тебе не аттестат уже светит. Ты тоже хочешь, чтобы тебе... Саушкин, Саушкин, новенький, да? Ты новенький, ты только пришел в этот класс, и уже показываешь свое я перед всеми. Все, весь класс стоит, ждет только тебя. Кто-то начал бы сейчас уже получать удовольствие какое-то, но совсем другого рода немножечко. Молодец, здрасте. Маша. Я люблю тебя. Я люблю тебя, ты слышишь? Я люблю тебя очень. Я люблю твои губы и улыбку твою. Я люблю, когда ты ходишь. Спасибо. Стоп. Начали. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Охотный ряд. Станция Охотный ряд. Переход на Замоскворецкую и Сокольническую линию. Осторожно. Двери закрываются. Я люблю тебя. Спасибо. Стоп. Вот это предложение от ВСП поучаствовать в курсах
немножко подучиться актерскому мастерству, очень в тему оказалось, невероятно в тему. Ну, потому что, как блогеры снимают, каждый умеет снимать только то, чему он привык. А вот выйти за рамки и сделать какую-то работу совместно достаточно сложно. Всем привет! Сегодня у нас 24 января 2013 года. День недели у нас четверг. Прям почти как чистый четверг, да. Всем привет, меня зовут Ермоленко Игорь, вы смотрите видео «Дневник день за днем». День у нас сегодня 24 января 2014 года, день недели у нас пятница, наконец-то пятница.